Лет исполнилось Государственному комитету по ценам и тарифам, а также Комитету ветеринарии. В честь такого события в спортивном зале Медицинской академии Симферополя прошел волейбольный матч между командами ведомств. За игрой наблюдала наша съемочная группа. О том, как прошел турнир, смотрите в сюжете Эльмаз Аблакимовой. Мощный удар по мячу прямо в центр поля противника. Дружеская игра между чиновниками республики. В результате слаженной работы команды мяч попадает в поле противника. Мы надеемся, что они еще разыграются. И я так чувствую, что у нас есть шанс выиграть первую партию. Это игра между комитетами цен и тарифов и ветеринарии республики. В этом году оба ведомства отмечают пятилетие. В честь праздника они решили сыграть товарищеский матч в спортивном зале медицинской академии. Месяц назад начались тренировки. Ребята после работы приходили в спортивный зал Крымского медицинского университета, проводили тренировки. Ну, было сложно, понятно, с непривычки, у кого-то крепатура, признаки легкой физической боли, но тем не менее, видите, как и аудитория реагирует на игру обеих команд. В первом сете с минимальным отрывом в 3 очка победа Госкомитета ветеринарии. Во втором тайме Госкомитет по ценам и тарифам сделали несколько замен. Это позволило на время охладить пыл соперника и сравнять счет. Мы договорились играть именно в волейбол. Достаточно интересная игра, которая сегодня, ну, не находится на пике, может, популярности. У нас праздник, мы его хотим таким образом отметить. Я думаю, это, наверное, будет все-таки правильно. Игра закончилась победой команды Комитета ветеринарии. Победителям вручили заслуженные кубки. Эльмаз Аблакимова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет».